столетию не до всех награда нашла героя, сегодня она все-таки найдет. У нас единственная благодарность от оргкомитета Стони вручена Тамаре Яковлевне Ашихиной. Тамара Яковлевна, вы с нами в Кремлевский дворец ездили. Вы с нами, наша гордость. Глушкова Августа Игоревна. Незаменимый человек в работе нашего сайта. Отдыхать она не дает мне ни одну ночь уже. Я когда всех родных накормила, уложила спать, я тогда сажусь только. Я сейчас объявлю, а вы не уходите, а потом фотосессия, пока человек подходит. Кононова Екатерина Павловна. Боже, наша палочка-выручалочка. Я уже говорила об этом замечательном человеке. Если это были награды, которые искали своего героя еще со столетия комсомола, то мы учредили бюро вот такую благодарность. Лучшим из лучших мы будем вручать. И вот благодарность первой мы вручаем Катаевой Елене Александровне, нашей неуклюжей. Спасибо, Ирина Александровна, и за идею, и за бессонные ночи, и за то, как вы с какой душой делали Первомайский район. Мемориалу, она вышла, но мы тогда вручим ей благодарность от нас. Ну и, конечно же, хотелось бы поблагодарить за работу в течение 2 лет за руководство бюро Владимира Георгиевича Семенова и также вручить ему благодарность бюро. Я сначала сделаю объявление, а потом мы перейдем к маленькому ритуалу, который будем соблюдать всегда. После того, как закончится комсомольское собрание, мы всех приглашаем попить комсомольского чая. Чай можно попить при выходе направо. Кто не здесь, надо, можно спуститься в буфет. Там и там накрыто. Это детское учреждение. Не забываем об этом, дорогие товарищи комсомольцы. Я знаю вашу изобретательность. Это первое. Ровно в час
мы приглашаем вас сюда для того... Уже час, не может быть. Час 10, хорошо, 25 минут на чай. Сюда, на большой праздничный концерт в честь дня рождения комсомола, столетия Юрий Николаевич Лаптев. И после того, как счастливые и довольные, мы послушаем концерт и пойдем вперед, заря навстречу, я попрошу остаться после концерта вот здесь, на первых рядах, совет представителей, комсоргов и бюро, буквально на 5 минут. А сейчас мне бы хотелось вспомнить старую добрую традицию, которую начинали те, кто создавали нашу ветеранскую организацию. Заканчивать любое собрание комсомольским гимном, написанным Бортником. Да. Встаем и давайте споем из песни «Пойдем